Так что пробуем тест капучино на суперавтомате Чимбале S30. Это не капучино, это шоколад. А, шоколад? Хорошо, да, шоколад. Вот тут упал, да, за воду. У нас мощный стакан для шоколада. Настройка. Доза воды, доза в диспенс растворимого кофе, настоим порошка. По умолчанию ничего не говорит, но он сейчас вряд ли что-то как-то не очень хорошо не говорит. Впереди даже вот все клапана в этом выведены. Так, что ты мне хочешь? Так, идет. Да. Окей. Это шоколад? Да, это шоколадный цвет. По трубкам даже видно.